Всем привет, продолжаем изучать картины. Иванов Александр Андреевич. Беллерофонт отправляется в поход против Химеры. Михайловский дворец. Сюжетом для картины послужила древнегреческая легенда о подвиге сына коринфского царя Главка Беллерофонта. Находясь у царя Ликии и Аббата, герой должен был исполнить его повеление и сразиться с трехглавой огнедышащей Химерой. Боги подарили ему крылатого коня Пегаса. Напав на Химеру, воин уничтожил опустошавшее страну чудовище. На картине изображен момент прощания, отправляющего на подвиг Беллерофонта с царем и аббатом. Герой по академической традиции представлен обнаженным, рядом чудный конь, полной готовности к полету. За ними видна летящая богиня Афина, покровительница воина. Слева за сидящим царем, отвернувшись от происходящего, стоит царевна Диланоя. Она горько переживает разлуку с любимым. В торжественной атмосфере картины звучит ее главная тема – прославление подвига идеального героя-воина. Картина лишена однозначности, героика, патетического пафоса традиционных академических программ. Художник трактует идеальный образ многогранно, наделяя его чисто человеческими чертами, внутренней борьбой, ощущением предвечности и твердой решимости совершить подвиг. Тема картины была задана Иванову обществом поощрения художников в 1829 году для окончательной проверки его способности перед отправлением за счет этого общества в Италии. И вот в конце лета 1829 года Иванов окончил картину. Вот так вкратце данные из интернета о картине Иванова. Беллерофонт отправляется в поход против Химеры. Пока-пока, до свидания.